получить доступ к файлу SCP-2316. Внимание! Данный выпуск несет большую когнитивную угрозу. Немедленно выключите трансляцию, если не уверены в наличии соответствующего уровня допуска. SCP-2316. Выезд на природу. Согласно приказу Совета Смотрителей, приведенный ниже документ описывает опасность восприятия класса Кетер и по этой причине засекречен по форме 4-2316. Несанкционированный доступ запрещен. Объект номер 2316. Класс объекта Кетер. Внимание! Опасность восприятия. Приведенный ниже файл содержит изображение и текст, которые являются переносчиками аномального воздействия на восприятие. Тела в воде вам не знакомы. В связи с этим крайне важно не допускать к просмотру этого файла персонал, индекс когнитивного сопротивления, ИКС которого составляет менее 14,5. Если вы не сможете пройти автоматизированную проверку ИКС, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на месте. Сотрудник медицинской службы вашей зоны прибудет к вам в ближайшее время. Пожалуйста, медленно и четко произнесите следующую фразу в микрофон вашего терминала. «Тела в воде мне не знакомы». «Тела в воде мне не знакомы». Запустить процессор анализа тональных колебаний. Проверка пройдена. ИКС пользователя находится в пределах нормы. Особые условия содержания. Ни при каких обстоятельствах сотрудники фонда не должны приближаться к SCP-2316. Наблюдение SCP-2316 производится только удаленно, с помощью зондов, оснащенных видео и аудиозаписывающим оборудованием. К изучению видео и аудиозаписей SCP-2316 допускаются только сотрудники с адекватным сопротивлением воздействию когнитивно опасных аномалий. Озеро, в котором находится SCP-2316, помещено в карантин, огорожено и регулярно патрулируется лицами, которые не подвергались воздействию SCP-2316 и не имеют предварительных знаний о его характеристиках. Тела в воде вам не знакомы. Лица, которые пытаются проникнуть в зону карантина, должны быть задержаны и перемещены в зону 33 для полного анализа когнитивного воздействия. Лиц, приблизившихся к озеру, содержащему SCP-2316 ближе, чем на 50 метров, следует считать утраченными. Пожалуйста, медленно и четко произнесите следующую фразу в микрофон вашего терминала. «Тела в воде мне не знакомы». «Тела в воде мне не знакомы». Запустить процессор анализа тональных колебаний. Проверка пройдена. ИКС пользователя находится в пределах нормы. Описание. SCP-2316 – обозначение аномального явления в пределах озера. Округ. SCP-2316 проявляется в виде группы человеческих трупов, плавающих на поверхности воды. Из-за природы SCP-2316 не представляется возможным установить, сколько трупов входит в эту группу. В настоящее время их количество оценивается в 45, но ранее были названы цифры в 200 или более. Личности этих трупов. Когнитивная угроза удалена. Автозамена не установлена. Хотя анализ ДНК не дал результатов. Хотя SCP-2316 представлен отдельными экземплярами, высказано предположение, что объект может представлять собой сущность, состоящую из коллективного сознания. Отдельные экземпляры SCP-2316 не действуют сами по себе, но похожи в состоянии действовать коллективно, как одно целое. Я знаю, кто они. Я знаю их имена. Всех и каждого из них. А вы не знаете? Отдельные экземпляры SCP-2316 не поддаются опознанию, и тела в воде вам не знакомы. Джеремия Фейнман, Артур Скотт, Деннис Кларк, Автоматическое сообщение, правка заблокирована. SCP-2316 оказывает мощный когнитивный эффект, в результате чего те, кто видел SCP-2316, узнают о некоторых подробностях его природы, а также о списке членов. Когнитивная угроза удалена. Автоматическое сообщение. Ошибка. Полагать, что отдельные экземпляры SCP-2316 являются человеческими существами, как правило, знакомыми им с детства. Они врут. Они чертовски хорошо знают, кто они.
Опасность восприятия там действительно есть, но таким образом они просто кричат о помощи и пытаются дать людям понять, кто они есть и кем они были. Попытка вступить в контакт с SCP-2316 путем входа в озеро или прикосновение к экземпляру SCP-2316 вызывает появление других экземпляров SCP-2316. Тела в воде вам не знакомы. Появление дополнительных экземпляров ведет к усилению когнитивной угрозы. Как тела в воде могут быть вам незнакомы? Заставляя пострадавших лиц в итоге войти в озеро. Лица, которые входят в озеро, теряются, и на сегодняшний день никого из них не удалось обнаружить. Приложение 2316.1. Интервью. Данные удалены. Они не хотят вам показать, но я покажу. Ниже. Пожалуйста, медленно и четко произнесите следующую фразу в микрофон вашего терминала. Тела в воде мне не знакомы. Проверка не пройдена. ИКС пользователя вне пределов нормы. ИКС пользователя свидетельствует об активной когнитивной угрозе. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Сотрудник медицинской службы вашей ЗО прибудет в ближайшее время. Блокировка терминала. Я их знаю!